Второй раз мы смогли это снова сделать. Мы публикуем сегодня новые миссии на проекте Cybershock.net. Вы теперь не просто будете играть в CSGO, но еще на этом и зарабатывать. 2 августа 2021 года для нас был вторым днем рождения, потому что проект серверов, который просто никто не понимал, никто в него не верил, релизнул интересную вкладку. Наша аудитория сделала хэп, и мы все кайфанули. И теперь пришло время новому хэп. Сегодня я вам покажу, как выглядят наши новые миссии, почему стоит их проходить и сколько можно заработать на этом. Сегодня вы увидите в этом ролике ответы на эти вопросы. В честь такого события я в своем телеграм-канале прямо сейчас разыгрываю 20 премиум подписок на Сайбершоке, чтобы каждый из вас мог бы пощупать и понять, как это работает на самом-то деле. Ссылка на мой телеграм есть в описании, можете переходить и возвращаться на этот ролик. Ну, а мы погнали. Приятного просмотра и, понятное дело, за лайк огромное спасибо. Нас встречает такая страничка. Я уже тут вижу изменения, у нас появились некоторые цифры. А если навестись, показывается миссия. Но об этом чуть позже. Чтобы проходить миссии, я могу не покупать подписку, но я ее все-таки куплю. Так, вот так выглядит наша главная страничка. Над нами лента, здесь у нас задания и самое главное — миссии. Да, теперь у нас 5 заданий и в них по 3 миссии. У нас появились токены: бронза, серебро, золото и замена. Их всего 10 штук. Они даются в подарок при старте. Как только вы накапливаете токены, вы можете спуститься и участвовать в розыгрышах. К примеру, М-ка, которая разыграется уже завтра, либо МАК-10, а может быть клавиатура через 3 дня, либо перчатки загребанные 6000 рублей. Но если вам это не интересно, вы можете открывать кейсы. Мы сделали свои кейсы, все или ничего. Бронзовый, серебряный, золотой, миссия невыполнима и чемпионский, где есть девайсы Dark Project. Это очень дорогой кейс, который вы сможете открыть только за 3 недели, потому что только за 3 недели можно заработать на него, играя на Сайбершоке. Так, ладно, я хочу купить подписку, и я нажимаю купить премиум. Так, за 349 рублей в месяц оплатить. Так, я покупаю подписочку. Ну что ж, давай, добро, иди ко мне. Вернулся в магазин. Так, ну что ж, я хочу это... миссии. Теперь я могу не просто выполнять миссии, и вы можете выполнять миссии просто так, без подписки, но вы не сможете забрать токен. Вы максимум можете ее апгрейдить. Но как демонстрация и как это работает, вы можете это сделать без подписки. То есть спешить не надо. Совершить убийство на карте АВП Бэкхоп Рокет. Мне это задание не очень хочется. 16 убийств я... ну, мне впадло это делать. Поэтому я нажимаю на кнопку «Заменить миссию». И у меня пропадает один токен. Их всего у нас 10. Но если вам очень сильно хочется пропускать больше миссий, вы можете, понятное дело, всегда все докупать. Мы реализовали эту историю. Убийство с помощью MP7. Ладно, давайте. Давайте. Я хочу в этом ролике вам показать, сколько я смогу заработать за выполнение всех этих заданий. Из приятнейших нововведений — это, во-первых, то, что вам не приходится искать сервер, потому что вы просто нажимаете на кнопку play. А второе — это трансляция вашей гребаной миссии прямо на экране. Вы представляете? Вам не придется выходить с сервера, смотреть, что нам на сайте, перезагружать и так далее. Все пишется здесь. Так, ну мне придется убить всего лишь 16 человек с MP7. Мне кажется, это очень легко. Первый. Второй. Хорошо. Шок разносит сервер просто. О. Ух, все. А, так, у нас тут дается выбор: забрать бронзу, либо сделать апгрейд до серебра, потом до золота. Я выбираю, понятное дело, апгрейд. Следующая миссия — одержать победу в клатче 1 в 2 в 5 раз. Так, первый раунд. НТ. Хорошо. Да! Первый? Да, есть у нас сфера клатч. Господи, ну он хороший был, да? Я выиграл? Я же выиграл. Тайс, это второй клатч? Третий, все, супер, просто супер. Последний остался. Двое. Боже, надо делать этот клатч. О, господи, все, это пятый клатч, мы это сделали. Вы выполнили миссию, поздравляем, забрать награду. Так, апгрейд.
Хочу следующее. Пройти бэкоп карту Грид. Я обожаю такие миссии, потому что если вы проходили ранее карту, которую вам дают, вы можете просто зайти на сервер и выйти, и все. В смысле я ее не проходил? Я помню, как я на стриме не мог пройти. Я меняю задание. Я получил информацию, почему у меня столько серебра. Все дело в том, что у меня были звездочки на старых миссиях. Каждая одна звезда конвертируется в одно серебро. А если у вас были буквы с обешок, каждая буква равняется одна бронза. Поэтому заходите на страничку, если у вас то что-то было в прошлых миссиях, оно перешло сюда. Одержать победу в раунде 6. Ладно, давайте 6 раундов ретей классик, но это как-то слишком просто, чувак. О, первый клатч, первый раунд, погнали. Эрик, что ли? Да-да, это гребаный Эрик. Второй, третий есть. Проходи. Нормально. Так, ребят, второй раунд уже есть. Это прошло за секунд 40. О, мы выиграли. Мы выиграли еще один раунд, четвертый. Найс. Еще пачку даже не всем. Есть. Но это была самая быстрая миссия пока что. Паблик, совершите убийство. Первое убийство в раунде. Паблики. Ну я знаю, как это я буду делать. Ой, господи, ну миссия такая забавненькая на самом деле. Но я знаю, что я буду делать. Самая правильная идея — это просто взять и зайти на сервер с ВХ. Теперь я точно знаю, где противники. Тихо. Тебя не тоже. Хорошо. О, господи, как это было сложно. Одержать победу в клатче 1-2 раза. 1-2-3 раза. Ну, 1-2, кстати, это как-то простенько. Но мы это уже делали. Так, время тянем. Неужели? Да. Все, я выполнил миссию, можно уходить. Забрать плюс один. Отлично. Теперь у нас есть 2 золотые монеты. Разминировать бомбу в клатче 8 раз. Но это прям очень легко, по идее. А, разминировать? Ну ладно, попробовать можно. Окей. Ура, первая бомба. Неужели? Как сложно. Это очень сложно. Потому что из-за того, что вы делаете киллы и плюс дефаете, вы становитесь тером. Хорошо было, но я все равно за КТ. За теров, точнее. Я раздеф. Неужели? Так, еще 4 раза. Я раздев. Господи. Спасибо за игру. Господи, как это было сложно. Ребят, если вы попадетесь на эту миссию, будьте готовы к тому, что надо скипать. Одержать победу в режиме классик 25 раз. Нет. Какие 25? Дуэли 50 киллов? Нет. Пройти бэкоп Арома. Вот эти задания мне нравятся. Вот просто захожу на сервер, я уже выполнил, смотрите. Пистол дэм, 25 киллов с дигла, но это прям изи, давайте. Первый. Второй. Третий. Я думал, это будет быстрее на самом деле. Так, я покупаю замену, потому что я думаю, что они мне понадобятся. Я покупаю за 40 монет замены. Нанести урон с помощью бизона 15 000. Я не хочу на зомби-эскейп. Нет, чувак, я хочу спать. Убийство на полега 15. Вот это, кстати, прям легко. Пять киллов у нас есть. О, нет, я не верю. Фух, хорошо.
15 есть. Одержать победу Execute 40. Нет. КЗ Famous. Я ее не проходил. Execute 1 в 3 клатч. Не хочу. О, Surf Summer. Вот это я хочу. Так, я проходил эту карту недавно. И теперь осталось всего лишь 3 задания. И у меня будет 5 золотых токенов. Я смогу открыть кейс. О, Бахоп Авнотопия. Вот это мне нравится. Апгрейд. И у нас остается последнее задание. Совершить убийство на мультик-ФГ 75 раз. Я не хочу. На ВП Лего всего 15 киллов. Давайте еще раз это сделаем. Хорошо. Все, ребятки, мы выполнили эти все миссии. Забрать. Все. Мы выполнили миссии. И нужно ждать еще неделю, чтобы появились новые. Так, ну а также у нас есть бонусное задание, где можно присоединиться в наши социалки и получить за это бронзу. Вот такая вот история. Ну что ж, давайте тратить наши токены. У нас 5 токенов, которые мы заработали золотых. И большое количество серебряных, бронзовых, которые я заработал с прошлых миссий. Так, давайте откроем кейс золотой. Здесь может выпасть случайный скин, скины, которые предоставлены, даже танцы и всякие ножи, перчатки. Давайте пробовать. Так, и нам за все это время потраченное дается 360 рублей. Если что, подписка стоит 350 рублей. И вы сможете провернуть эту схему 4 раза за месяц. Так, давайте, у меня есть в инвентаре что-то, что можно продать. А, так, давайте это продадим. И возвращаемся. У меня теперь есть деньги. Я покупаю золотые монетки. И теперь мы сможем открыть чемпионский кейс. Давайте, чемпионский кейс прямо сейчас. Let's go. И это самый дорогой кейс, который есть. Это вам нужно в течение 3 недель не тратить золотые. 500 рублей. 500 рублей нам падает. Давайте тогда откроем миссию невыполнимую за 10 монет серебряных. Так, нам падает синий дроп, это торг. Давайте еще раз. И здесь у нас опять же торг. Ахерон. Атерис. 200 рублей. Так, смотрите, у нас есть даже кейс за одну бронзу. То есть вы можете пройти одну миссию и открыть сразу кейс, где, может быть, вам выпадет хайпер-пист. Ну а также тут есть розыгрыши. Вы можете принимать участие в скинопадах. К примеру, 106 человек уже участвуют здесь. Нажали просто принять участие. Я кину участие сюда автоматически, чтобы в следующий раз я тоже бы принимал участие. Сюда, даже на клавиатуру раз в 4 дня. И даже на перчатки. Раз в неделю мы их разыгрываем. Все, я везде сейчас участвую в скинопадах, и если я выиграю, я буду здесь в победителях. Я вот на самом деле немножечко поиграл, у меня есть некоторые правки. К примеру, я бы хотел бы миссии, которые раз в день. Ежедневные миссии надо бы добавить, потому что что мне делать еще неделю? Ну а также я хотел бы больше вот этих токенов, которые позволяют делать замены, потому что я вот сегодня прям кайфанул от замен. Сейчас я разыграю 10 этих замен. То есть, если вы будете использовать мой промокод при пополнении на покупку премиум подписки для игры в миссиях, вы получите плюс 10 замен к себе в карман. Нажмите «Пополнить» и введите здесь промокод «Шок10». Нажимаете на галочку, и ваш промокод активируется, и вы получаете плюс 10 замен. Надеюсь, то, что вы увидели, вам понравилось, и мы смогли сделать миссии интереснее, чем были до. Ну, понятное дело, что они стали интереснее, но сейчас нужно их дорабатывать и слушать ваш фидбэк. Если он есть, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам это без шуток интересно, потому что это все делается для вас, чтобы вы больше бы играли и чаще возвращались бы. С тобой был я, Эрик Шоков. До следующего ролика. Пока.